Друзья, всех приветствую. Итак, как я и обещал, коротко покажу новую систему SVP от AliExpert. У них появились новые щипцы для зажима SVP с регулировкой по глубине и с необычной цветовой гаммой. На клипсах тоже есть ихний логотип, и я сейчас постараюсь его показать. К сожалению, клипсы бесцветные, и логотипа практически незаметно. И мне пришлось нанести на логотип клей, чтобы немного было видно. Я бы на их месте логотип выделил бы в оранжевый цвет, чтобы соответствовал ихнему бренду. Пришли новые клинья также от AliExpert. Ну а тест с предыдущими клиньями я уже делал. И на всякий случай оставлю ссылку в описании видео. Итак, почему я решил поменять клинья с черных на оранжевые? Дело в том, что черные немного пожестче, чем оранжевые. При зажиме на белой плитке черная рисует, то есть могут оставлять за собой вот такие вот полоски. Но с оранжевыми таких проблем нету. Да и тянутся они легко и непринужденно. Друзья, кого заинтересовала эта система, я на всякий случай оставлю ссылку в описании видео. Далее будем делать отверстия новыми алмазными коронками. Итак, нам понадобится 40-я, 70-я коронка. Применять будем болгарку с регулировкой скорости. Ну что ж, поехали. Это у нас идет керамогранит. Все работы производим без воды, хотя лучше применять водичку, уменьшается расход. Ну что ж, все готово. Теперь приступим к укладке. Систему брали на 1 мм. Ну и фиксировали зазором дистанционными крестиками в нужный нам размер. В целом система мне понравилась.
Ну а в следующем видео мы будем разбирать столь необычный стол. А на сегодня у меня все. Всем пока, спасибо за внимание.